cebolla. Si tu m'as goûté, je l'ai expliqué en petit série. Voilà, c'est tout. Мы в ресторане Авеню. Это дорогой ресторан, очень дорогое меню, но сегодня воскресенье, обед. Вот ресторан Авеню. Ресторан считается самым элитным, он находится на Шамп-Элизее. Очень дорогой ресторан, но это не важно, главное, что... Смотрите, какая красота. Мисс Диор. Какая красотища. Ouais, goûte-toi. Мы заказали рисотто гамбас с малым. И мой муж заказал мясо, специальное мясо, рамстейк, дорогое. Вот одно блюдо стоит 44 евро. Вино очень дорогое. Кажется, бутылка вини стоит 140 евро. Кстати, ребята, это не хлеб, это плетенка с сыром. Но глупые хитры считают это хлебом, но это плетенка с сыром. Это очень вкусно. Это очень дорогой пармезан, который сделан вот именно в плетенке. Как я уже повторюсь, одно такое блюдо стоит 44 евро. C'est bon, chérie? Теперь десерт. Десерты здесь тоже очень дорогие. От 40-50 евро маленький десерт. Но ни в чем себе никогда не отказывать, девочки. Никогда. Il y a une masse qui est sur la gravité de la singularité au milieu. Donc... Tu sais ce que c'est qu'une singularité dans sa définition? Ah, d'ailleurs, c'est quoi ça? Ben justement, mais je ne sais pas du tout. Ah, bah en fait, dans sa définition, je ne sais pas vraiment, mais... Il y a un trou noir que j'ai parlé, comment on le crée, avec des rayons et du métal. Кстати, ребята, он постоянно критикует моего ребенка. У меня ребенок один из лучших вещей. Ральф Лаурен, Конверсы, все, что молодежь любит, в это ребенок одет. Вам, поэтому уборщицы из Милана, я скажу тебе, далеко все равно до моего уровня. Бозон 300 евро на 12 лет мальчику. Сегодня он одет в Конверсы, в Левис и Жиокс. У меня мороженое с плетенкой, сделанное здесь, а ла мизон. Мороженое клубничное, сделанное прямо из свежих фрез, свежей клубники. У моего сына из свежий цитрон с ваниль. Очень вкусно. Ты не гран кру.